Добрый день, меня зовут Рафаил Радько, я представляю проект PR Dreams. Это умная 3D... Секундочку. Это умная 3D-реклама, которую мы визуализируем на голограммах. То есть на данный момент современная реклама, она переживает целый ряд событий. Поближе микрофон. И немало лиц из числа потенциальных клиентов целевой аудитории, они просто пропускают эту рекламу мимо глаз, мимо ушей. И с чем борется наше рекламное оборудование, решает проблему нашего рекламного оборудования, это слепота. Рекламная слепота. Поближе микрофон. Рекламная слепота. Извиняюсь, прошу прощения, чуть волнуюсь. Да, и то есть, почему умная реклама? Во-первых, это 3D-голограмма, которая визуализирует ваш продукт в 3D, то же самое, что и телевизор, только мы можем его видеть в объеме. Это первое. Второе, почему это умная реклама? Мы туда внедрили Wi-Fi модуль, который может, когда человек, когда проходит мимо нашей 3D-голограммы, если у него телефон подключен к Wi-Fi, наша 3D-голограмма автоматически пеленгует его телефон, где попадает, как правильно, попадает его номер телефона, его Apple ID. То есть после чего мы можем ему отправить рекламу буквально там через полчаса, либо в смс, либо показать в соцсети. То есть сначала он увидел на стенде, потом он ее уже увидел у себя в телефоне. Да, извиняюсь, чуть-чуть волнуюсь. Давайте поддержим. Да, наш рынок за последнее время в электронных технологиях, включая рекламу, вырос на 68%, и доход от наружной рекламы составил 34 миллиарда в год. То есть наша текущая стадия компании. Компания уже 5 месяцев, реализовано больше 20 проектов. У нас есть такие партнеры, как Adidas, Sportmaster, вот сейчас Blackstar Burger, которые покупают нашу рекламу и берут у нас 3D-голограммы. То есть они ставят себе, допустим, даже на выставке у нас берут экраны, снимают людей в 3D, которые презентуют на этой 3D-голограмме, после чего у нас не только люди заинтригованно подходят и смотрят, что же это вообще такое, но и мы собираем их данные, чтобы отправлять им потом либо смс, либо показывать эту же рекламу им в соцсетях. У нас выстроена команда из 6 человек, один на аутсорсе, 5 человек у нас сидит в офисе. Это, так извиняюсь, это ускорюсь. Для чего нам нужны деньги? То есть нам требуется 7 миллионов 374. Это уже для действующих проектов, с которыми предварительно заключены договоренности на поставку оборудования, мы берем на 6 месяцев под 4,5% ежемесячных. Все. Ну, давай дальше. Какой там последний у тебя там еще? Долистай. Вот. Самое главное. Извиняюсь, я сегодня чуть-чуть сейчас просто волновался. Я на сценах никогда не выступал. Да, если более подробно, если, я надеюсь, вы поняли, что это 3D-голограмма, то же самое, что и телевизор, только оно проецирует в 3D. То есть это больше вовлекает человека, его внимание. И плюс мы пеленгуем все те телефоны, которые проходят мимо нашей 3D-голограммы, считываем Mac ID и номер телефона попадает в нашу базу данных. То есть после чего, когда вы увидели только эту рекламу, допустим, проходите мимо, смотрите, ух ты, ничего себе, какая реклама кофе, оно крутится вживую. Вы не только и прошел пич. И вот с этого надо было начинать. Спасибо тебе большое, Рафаил. Все поняли. Нереально, потому что эти круг пошел, но тем не менее было хорошо.